Несколько дней назад мы рассказывали про гражданина Бразилии Ханофера Ефима Вдекейроса, которому из-за неразберихи с документами грозила депортация из России на родину. И это несмотря на то, что здесь он уже создал семью, правда неофициальную, с Антонидой Москвичевой. И у них уже трое общих детей. Благодаря вниманию журналистов, общественников и полицейских семью удалось сохранить. Решение о депортации отменили, и Ханофер с Антонидой воссоединились прямо в зале суда. Затем их вместе с детьми оперативно отправили в Москву для получения гражданином Бразилии паспорта его страны. И вот сейчас эта пара, за судьбой которой все эти дни мы внимательно следили вместе с нашими зрителями, зарегистрировала отношения в российском Красноярском ЗАГСе. На видео и фото Ханофер и Антонида по-настоящему счастливы. Конечно, теперь им предстоит оформлять много разных документов, чтобы стать законопослушными гражданами нашей страны. Но главное, это запутанная история сегодня, как в кино, закончилась свадьбой.